Понятно, что с наступлением жары людей все чаще тянет к воде. Это при том, что режим самоизоляции в регионе никто не отменял. Более того, его даже продлили до 12 июля. Дело в том, что ситуация с распространением коронавируса в Иркутской области не улучшается. За сутки скончались еще 4 зараженных. Умерли жительница областного центра, брачанин и мужчина из Иркутского и Тулунского районов. Двое погибли от самого COVID-19, еще двое от иных заболеваний. Всего же в Прибайкале уже скончались 97 инфицированных. Стабильно высоким остается и прирост новых случаев заражения. За сутки диагноз получили 232 жителя региона. Поэтому так важно сейчас как можно реже бывать в людных местах, чаще необходимо соблюдать масочный режим и следить за чистотой рук. Действующий режим самоизоляции в Иркутской области касается прежде всего людей, страдающих хроническими заболеваниями, беременных женщин и мам с маленькими детьми, пенсионеров. Работающие жители Прибайкаля старше 65 лет по-прежнему могут продлить оплачиваемый больничный.